Здравствуй, дорогой зритель. Достаточно короткая сейчас будет распаковка. Больше она направлена даже, наверное, не на конкретно данный товар, а на то, чтобы вас познакомить с данной маркой. А данная марка называется Угрин. И это на самом деле хорошее заводское качество. То есть они все посылают в своей фирменной упаковке. Ну, все по-взрослому, все серьезно. Поэтому качество продукции мне всегда нравится. Также мне всегда они кладут вот такую вот ленту. Она нужна для того, чтобы пучки проводов стягивать, да, то есть это своеобразная стяжка. А стоит она копейки, но все равно это приятно, да. У меня этих стяжек уже, по-моему, как у дурака фантиков. Также они говорят: следуй за нами во ВКонтакте, получай больше сюрпризов и так далее и тому подобное. А значит, Угрин — это примерно Рок, да, там, например, есть марка, да, там прочие определенные марки. А да, зачастую некоторые товары они просто находят какой-то хороший серьезный завод и начинают у него брать хорошую серьезную продукцию и клепать на нее свой логотип. А вроде как, ну, свое бы там производство, что-то еще, но при всем при этом они гарантируют определенный уровень качества. А, собственно говоря, что бы мне не приходило Угрин, мне это нравилось. А в данный момент я себе заказал кабель HDMI. А мне ребенок наконец вернул Xbox 360, а кабель у меня там немножко подтупливает, короче. Ну, либо разъем, я не знаю, но в любом случае, хорошая HDMI, это, ну, не та ерунда, которая там по 100 рублей у нас в магазинах лежит, либо там стоит под 1000. Это достаточно хорошее качество кабеля, ну, не более того, да, то есть там что-то там сверхъестественного ждать от таких вещей смысла нету, но при всем при этом качество изображения, прочие вещи должны быть хороши. Ну что ж такое, вот я вот звук на телефоне не выключил, да, а теперь им отвечай. Ну да и ладно, я с вами, наверное, попрощаюсь. Ссылка внизу есть всегда в описании. Всем всего!